Приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Рик. И мы продолжаем проходить игру Horizon. Если понравится серия, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И приятного просмотра. И мы на основном задании. И мы в сердце Нора. Ты уже внутри. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим. Скорее продолжим. Так, что мы ищем? Смотрите руины по ту сторону двери. Так, сейчас здесь все осмотрим. Может, какие-нибудь кусняшки есть или что-то. Надеюсь, здесь никто не будет нападать. Так, нам туда. Вниз. О, надеюсь, что у нас за подарок. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Да. Именно здесь. Так, здесь что у нас? Так это искусственные маки? Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я? Так значит, здесь? Здесь ты родилась. Но почему? Созреванием. Так, сначала это. Информация задания, рождение зафиксировано в журнале. Так, ну-ка. И что у нас? Кому интересно, можно на паузу нажать, почитать. То же самое. Так. О, рисунки. Кошка. Так, нельзя зафиксировать. Ну-ка. Так, ладно, пойдем дальше смотреть, что там есть. Есть что у нас? Интересно. Это что? Колыбели? Колыбели комплекса колыбели. А эти существа, исполнители, заботились о младенцах? Больше было некому. Так, это детская комната. Так, посмотрим, что здесь. Детский сад. Детский сад. Фаза вскармливания завершена. Запасы питательных веществ истощены. По сути, можно еще здесь людей делать и делать. И упускать. Так, это что у нас? И еще день прошел. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет. Я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время. Да ладно, все, успокойтесь. Свое время. О, скелетик. Или это робот? Хотят наверх. К солнцу. Аудиозапись. Голубой — это цвет неба. Белый — это цвет облаков.
Желтый – это цвет солнца. Зеленый – это цвет травы. Цветы бывают любого цвета. Посмотрите. Пчелы желто-черные. Они любят цветы. А вот и они. Их здесь учили? А здесь они жили? Какой беспорядок. Все сломано или испачкано. Сколько они тут прожили? Много лет. Ну-ка. Дети, давайте-ка поедем, попрыгаем. Оставь нас, отец. После того, что это дети? Я не могу оставить вас одних. Это уже не дети. Дай нам поговорить. Уходи. Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Да ты ведь даже не человек. Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Вот досталось. Так, а вот здесь что? Где-то сад. Внимание, многочисленные сбои системы. Внимание, запас питательных веществ истощены. Продуктов-то нету. Кормить нечем. Ну? Ничего не выращивали. Так. Еще один. Я вынуждена вас выпустить. Но почему? У нас закончилась еда. А снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? А вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать сами и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Ну это типа как из раю выгнали Адама и Еву, так и этих выгнали. Идите, сами себе добывайте еду, одежду. Так, здесь что у нас? Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Чего дети, хотят? Эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Так что значит вали? Физическая агрессия недопустима. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Ни хрен нападать на робота. Они провели тут. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сод. Можете проходить. Добро пожаловать в лице. Хранилище знаний. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Здравствуйте, ученики. Пожалуйста, возьмите визор и закрепите его на голове. Рядом с глазом. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. А здесь их целая куча без дела валяется. Где? Я не вижу. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание! Неисправность. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Почему? Ты была права, Элой. Это кладбище. Мавзолей знаний. Подумать только, чего бы мы могли уже достигнуть. Вдруг его можно починить. Но я сюда не за этим пришла. Конечно.
Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжим. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день. А, ну мы это слушали. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Так, а внизу что? Аполлон отключен. Так, ну пойдем налево. Здравствуй, дитя. Меня зовут до Самина. Этого больше сегодня другого ничего нет. Большой день. Твой первый день учебы. Здравствуй, здравствуйте, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Здравствуй, дитя. Да здравствуй, здравствуй. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Серьезно? Перспективы возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Так, здесь больше ничего нет. Ладно, наверх пошли. Пункт управления был приоритетное сообщение для доктора Сова. Просканируйте сообщение визором. Что-то важное. Так, есть здесь да что-нибудь? Полагаю, сейчас мы много узнаем. Так, ну-ка посмотрим сначала здесь. Так. Типа отчета. Ну. Так, ладно, просканируем сообщение. Предсмертная просьба Грея. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока АИД не взял на себя управление, я готовлю реактор Гея Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить АИДа. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машины? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. АИД отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он, они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение.
значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Так ее создали, чтобы она могла бороться с Аидом. Похоже на то. Неисправность модуля опознания устранена. Так больше ничего вывод нет. Один. Доступ открыт. Так, есть здесь что-нибудь? Нету. Так, ну-ка, мы перепрыгнем. А нужно, ну, да, нужно наверх. Так, здесь что-нибудь есть? Покиньте комплекс. Это должно быть любопытно. Все, наверное, сейчас в шоке будет, когда она выйдет. Ни хрена, она вернулась. Ты бы думал, что она богиня? Прости! Прости! С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. А что нам остается делать? Для того я создана. Да. И я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой! Избранной Нора! Слава Элой! Избранной Нора! Слава Элой! Избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Поклоняйтесь. Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас! И им всем грозит опасность. Надо сражаться. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Ну-ка, все пошли туда. Нора, а мы здесь останемся. Расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Теперь следом за ней пойдут. Ну, все, становитесь в ряд и пошли. Ну,
Все, завершили сердце Нора. Снять осаду великого. Самая великая мать послала ее нам. Так, павшая гора. Так, доберитесь до злого перевала. Вот, значит, пока выйти. Так, у нас 47 уровень. Все считают ее уже богиней. Эллой. Все, наружу вышли. Так, куда мне там идти вообще? Туда, что ли? Вот сюда нам. Так, ладно. Пойдем-ка сюда за цветком. Сходим. Значит, это молодая доктор Совок. Клонированная. Детей здесь учили в бункере. Всяким премудростям. Так, 500 метров бежать. Да это вот шутка. Так, а у нас здесь этот. Сохранимся. И продадим все. Уже надоело. Продать. Продаем. Буревестника продаем, бегемота, сердце лиходея, все освобождаем, сердце коршуна, сердце бурдюка, не-не, сердце щелкозуба, если что, значит пойдем собирать. Сердце долгонога. Белозуба. Сердце копьерога. Сердце бегуна. Рыскаря. 20 тысяч у нас. Линза Громозеева. Бегемота. Лиходея у нас. Коршуна. Бизона. Щелкозуб. Долгоног. Ловчий. Копье рога, караба, падальщика. Так, что у нас там лиза? Линза бегуна. Продаем. Все. Ну ладно. Пойдем дальше. Надеюсь, не понадобится нам все того, что мы продали.
Светляка нам надо. Так, ну-ка по карте, где это у нас? Так, нам наверх надо. И что у нас? Наверх, наверх. Ну а дальше мы не сможем. Зря тогда залезали. Я знаю, что больно. Так, куда мы там идем? Не спускаться. Так, у нас рыцарь здесь ходит. Это привлекло внимание. Не получилось. А теперь получилось. Со второго раза. О, стрекоза какая большая. Так, куда нам там бежать? Так, посмотрим. Так, вообще бы, по идее, бы... вот сюда вернуться. Чтобы наверх залезть. Туда, наверное, залезаем. Вот. Так, ладно. Теперь я точно проснулась. Да? А ты спала, что ли? Или заспала, Лой? Тут. Назад. Забираемся наверх, за цветком. И вот так и прекратились. О-о-о, да я пошутил. Да это давай, там никого не зови. А то зовешь кого-то. Все. А ты видишь, что там... себе напридумывали нападать еще. Это я беру дорогу. Да мы все берем дорогу. Так, а дальше куда нам? Вот сюда. Не, что ли? Вы что, с ума сошли, что ли?
так, где-нибудь. Кабан только оттуда залез. Цветок. Так, а здесь я не могу залезть, это спуститься. А это что там впереди? Сейчас, секунду, ребят. Да, и все это он построил. Сам. Столько воспоминаний. Без Раста. Могила Раста. Это уже не дом. Это где мы жили? Мне тут больше нечего делать. Жалко, что не можем зайти. Так, давайте сохранимся тогда. Так, а здесь мы не можем пройти, да? Ни хрена. Че, и правда туда спускаться? Быстрый спуск. Так, где там мы? Зашли где? Я потерял. А здесь вообще было открыто, когда начинали? Чуть не обратил внимания. Ворота. Ладно, будем спускаться. Может, там где-нибудь найдется ток. Так, я не смогу пройти. Ползаем фиг знает где. Вот цветок. Тебя запрятали его. Что ты тут делал? Вот именно. Что ты тут делал? Так, одну кружку нам собрать. Вот это что это такое? А, могила Раста. Так. Давайте переместимся. Кружку найдем. Давай быстрее загружайся. Так, сохранимся на всякий случай. Или на шею ходит. Сосуд где-то здесь. Индюшка, где-то у меня индюшка.
Рыскры. Жвачники у нас здесь. Ого. Пилозубы мне точно не надо. Так, я не могу сюда залезть. Ладно. Все, кончил с тобой. Так, а где у нас чашка? Стой. Это я приберегу. Так, ну где чашка? Кто-нибудь может мне объяснить? Так, древние обломки там у нас. На той стороне. Надеюсь, там чашка. Не могу залезть. Да, чашка. Ну что, все собрали чашки мы. Так, по карте что у нас? Так, давайте. Переместимся сюда. Давай быстрее. С цветком сходим. Быстрее загружайся. Почему не быстро? И уже начали играть. Можем играть. Король солнца стал слишком ярким. Так, сохранимся. Так, где у нас там цветок? Вот сюда, нам идти. Приют. Привет. Что у нас там дуголовы? Ладно. Дуголовы, так дуголовы. Приют охотника. О, не, я тут не падаю. Интересно, я достану? Ой, что там происходит?
Куда? Ну ладно, давай до пяти игр. Что, побежим. Тебе нравится, ты не сдаешься. У тебя руки как стальные. Ну и разборки мышцы. Если их криво поставили. Разбежались. Не знаете, где я. А я наверху. Чё-то долго как-то. Так, ладно. Спускаемся. Возвращайтесь к своим делам. Так, а кто там? Кто там? Интересно, что там происходит? Так, вот это нехорошо. Отстаньте от меня. Где-то там. Да конечно. Нашли. Убивать. Да дергаться не можешь. Стой на месте. Так, ну давай, сдохни. Все. Теперь могу поискать цветок. Чешите отсюда. Кыш отсюда. Так, где у нас цветок? Цветок где у нас? А, вот он. Где спрятан? Так, по карте. Смотрим. Ну, добежим до костра. Эту. Ну-ка, че всем отсюда? Я сказал, чиш отсюда. Ну-ка, банда, чиш отсюда. Вы мне костру не даете подойти. Thank you.
Давайте на этом серию закончим, а уже в следующей серии. А, паразит. Придется убить его. Ох ты. Как ты вообще здесь появился? Да. Где-то там. Все, надеюсь, больше никого не будет. Еще кто-то там меня палит. Ну все, давайте на этом серию точно заканчиваем. Увидимся уже в следующей серии. С вами был Рик. Всем пока.